Мэттью МакКонахи призвал своих коллег из Голливуда к сотрудничеству с Дональдом Трампом. МакКонахи напомнил, что республиканец — законно избранный президент, и это необходимо принять и быть с ним конструктивными в предстоящие 4 года, заявила звезда Голливуда. По словам актера, представители шоу-бизнеса должны дать Трампу передышку после многочисленных протестов. На днях Трампа публично критиковали коллеги МакКонахи, в частности, Эштон Катчер, ведущий церемонии вручения премии гильдии американских киноактеров. Ранее в том же духе выступила актриса Мэрил Стрип на вручении премии «Золотой глобус».